Крыму будет развернута полноценная и самостоятельная армейская группировка. Об этом сегодня заявил министр обороны Сергей Шойгу. Также глава военного ведомства подвел предварительные итоги маневров на Дальнем Востоке. Неожиданная проверка позволит выявить и устранить недостатки в организации и руководстве войсками. Инна Чукина с подробностями. Внезапные дальние твои. Так, в шутку окрестили журналисты учения, объявленные президентом на Дальнем Востоке. Не до шуток было военным. 162 тысячи человек и сотни единиц боевой техники были переведены в полную боевую готовность и показали все, на что способны. Первые итоги проверки подвели сегодня на коллегии Минобороны. Сергей Шойгу подчеркнул, что эти учения стали самыми масштабными за последнее время. Сегодня проведены достаточно успешно пуски. Должен сказать, что за сегодняшний день мы проверили 4 таких центра, пустили в общей сложности 8 ракет, из них больше половины крылатых. Но прежде чем все пуски и маневры совершить, нужно было быстро передислоцировать боевые части сразу из 5 регионов. 20 военных эшелонов, более 600 самолетов и 84 корабля разного назначения прибыли к месту учений в срок. А дальность порой достигала 4000 километров. Авиации поставили одну из самых сложных задач. Истребители должны были преодолеть зоны дежурства незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем. Причем и в темное, и в светлое время суток. Тем временем десант высаживается на Курилах, а танковые дивизии занимают боевые позиции. Внезапные проверки показывают все недочеты, которые есть в войсках и которые надо исправлять. Учения вносят коррективы и в долгосрочные планы не только того военного округа, где они проводятся. Так, на совещании министр обороны отметил, из-за возросшего иностранного присутствия у границ России особое внимание будет уделено Южному военному округу. Одной из приоритетных задач стало развертывание полноценной и самодостаточной группировки войск на крымском направлении. Сегодня мы рассмотрим, как в Южном военном округе реализуется план деятельности с учетом мероприятий по обеспечению безопасности Российской Федерации на территории Крымского федерального округа. Конечно, большая часть итогов внезапной проверки будет подведена без присутствия журналистов, а основной доклад ляжет на стол Верховного главнокомандующего. Учения внезапные перерастут в плановые. Маневры «Восток-2014» начнутся уже завтра и продлятся до 25 сентября. Инна Чукина, Стас Борисов, Павел Варбузов, Дарья Пинчук, 5 канал, Москва.